Всем привет! У меня замок на куртке зажевывает внутреннюю ткань. И я сейчас расскажу, как я это исправляю. Вот зажевала ткань. Как исправить это? Здесь очень просто все решается. Нитка, иголка. Иголка с ниткой. И с внутренней стороны от замка я прям снизу, начиная от низа замка, на расстоянии пальца от замка, выдеваю нитку и прям простегиваю так. Я захватываю подкладочные ткани, там пух может быть. Такой небольшой стежочек, такой незаметный. И внутрь опять. Ну, таким шагом сантиметр я прошиваю подкладочку, но не выходя наружу. Здесь не нужно ни умения, ни красиво шить. Просто аккуратненько вдеваем, оставляя всего маленькую петелечку здесь. И с шагом 1 сантиметр я прохожусь вдоль всего замка. Доверху с одной стороны, именно с изнаночной стороны. С внутренней, точнее, стороны куртки. Буквально займет у меня это 10-15 минут. Вот дохожу до воротника. Воротник не прошиваю, потому что на воротнике будет видно, что я что-то сделала. Я вот дохожу буквально до воротника. Все, я прошлась. Закрепляю нитку здесь и отрезаю. И вот теперь сравниваю две части. Вот. Теперь, когда моя ткань отодвигается, она на замок не будет попадать. А вот здесь я не подшила еще. И вот видите, она еще на замке. Вот. Подшито незаметно. И теперь замок будет застегиваться без труда. Просто потайной такой стежок на длину всего замка. Простое решение. И движение замка теперь не мешает ткань. Бывает еще вот такой случай, когда внутренняя такая штука, ее ткань зажевывается. Также надо отступить сантиметр от замка и сделать строчечку. А если нет швейной машинки, то можно просто ниткой. Можно просто ниткой с иголочкой. Также. И я схватываю все внутренние ткани. Но здесь у меня ничего нет. Вот теперь эта ткань не будет складываться сюда таким волдырем, как здесь вот, и не будет мешать замку застегиваться. Вот строчечка практически незаметна, но зато держит эту ткань, и она больше не будет зажевываться. Куртке теперь ничего не будет мешать движению замка. До следующих видео!